Художники совершили очередной арт-прорыв в столице Верхневолжья. В Тверском городском музейно-выставочном центре состоялось торжественное открытие масштабной выставки наших талантливых земляков и не только. Репортаж с места событий. Арт-прорыв собрал работы самых разных жанров и направлений. Живопись, графика, витражи, бати, куклы, игрушки, декупаж, кованые украшения и ювелирные изделия. Настоящий фейерверк творчества. Удивил и поразил многих стенд Елены. Это сказочный чердачный антиквариат, новодельный. Все вручную я освоила, и лобзик, и шлифмашинку, болгарка, да. Женщины не все знают, что такое болгарка, я знаю. Пользоваться умеешь. Пользоваться умею, да. Безмерное уважение мужа, что мне очень приятно. Он не умеет, а я умею. Свои творения представили более 70 авторов из Твери и области, а также Москвы. Давно не было очередей за прекрасным и ценной, уникальной работой. 70 лучших художников края здесь находятся. Я хочу, чтобы как можно больше педагогов со своими учениками за эти 2 недели побывали здесь. Экспозиция будет работать до 1 марта в Большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра. Всех желающих ждут мастер-классы, творческие встречи и вечера. Вход свободный.